Хотели мы погулять, пока мы собрались, вышли на улицу, пошел дождь. Не знаю, что мы сейчас будем делать. Все зелененькое, цветет все, красота. Но погода что-то подкачала. Ну что делать? Пишет что-то, пишет. А вот и подарок. Ну какое? Какая? Нормально. Это не дождь, это ливень. Затянула, конечно. Эх, такая хорошая погода была, да? Сейчас тут уже меньше дождь. Так я ж смотрю. А вон там небо светлое вообще. Оно может под вечер сейчас. По Лентуска я смотрел, то там типа чуть-чуть задевает прям. Ну, может быть, оно задело вот чуть-чуть. Ну, вот оно чуть-чуть задето. Эмиль, да, Эмиль, уговорили папку погулять, да? И дождь пошел. Ужас. Это так папка хотел гулять. Ты засыпаешь? Посмотри что-нибудь другое. Из метео. Яндекс, небольшой дождь. Ну да, небольшой. Ну, можем сейчас посидеть у Джонни. Подумать. Посмотреть. Можем зайти к нему, напиши. Там видно. Знаешь, облачком каким-то шло. Видел? Камеру навела, насоску достала такая, покрутила перед камерой. Уже шарит. Отбирает камеру только так. А где ручку? Ты что, песни поешь? Не, камера не хочет соску. Какой? Разговорчивая. Перебила нам погода, все. А уже небо головой становится. И то ей решили, что мы завтра поедем. Ну, не знаю. Посмотрим завтра. Смотри. Деревце цветет. Глянь, какое деревце. Ты разговорчивая? Ты разговорчивая? Ух ты, какая ты разговорчивая. Лёва, кушать будем, да? Тебе что, смешно? Что-то вдруг пошел с утроном, не знаю, может, куда-нибудь сейчас поедем. У тебя шапка опять на бикрень, да? На, кушай. У нас санчас. А? Что? У нас санчас. А, спит. Ну, она покушала. Так мы на круглое? Ну, видимо, да, сегодня, да. А завтра едем? Я не знаю, если у Джонни папа есть.
что-то рисовал, ну, на карте показывал. Вот это надо, типа, недолго спать. Не дрыхнуть, а значит ехать. А значит, надо с собой брать не, один, не на один раз поесть. А куда я был, показывал? Ну, я тогда возьму в термосе воды по-нормальному. Возьму банку смеси, по-нормальному воды возьму в термосе. Я просто вспоминаю, тебе много мест показал, я вспоминаю, куда тебе именно показал. А, Сухинич. Там же запретов нет. Странная погода, да, Эмили? Бля, солнце. Странная. И дождь. Это как? Грибной. Выходи, будем расти. Видишь? Солнце и дождь. Да? Что такое? Тебе не сидится на руках? Эмили. Уже шапка на глазах опять. Да? Капает дождик. Капает дождик. Так капает дождик. Ку-ку. Море. Мелкое море. Море. Приветики. Кто ты? У меня нет слов. Почему у тебя нет слов? Тебе нравится эта погода? Ну, да. Какой тут воздух? Тут воздух. Сейчас дойдем до озера, начнется дождь. У тебя радости, да, Эмили? Тебя вывезли подышать? Ух ты! Что-то я даже не вижу, глаза открыты или нет. Ух ты, сколько радости у ребенка. Люди вообще отдыхают на костерах. Пикничок. Беседка, видите? Воздух хороший, да. Да ты что? Ты такая радостная. Да, ты радостная такой. Тишина, птички поют. Эмили. Ой, птичка делает ку-ку, ку-ку. О, озеро. Вода повысилась немножко по ходу. Немного подзатопило. Что-то кажется, дождь опять сильнее начал идти. Водичка, ты видела, водичка? Зимой здесь был такой большой слой снега, льда. Здесь так хорошо было. Можно было по льду ходить. Даже тут уровень воды поднялся. Я вижу, что уровень поднялся прям очень. Уху! Красота, да, Эмиль? Да, этот мостик был выше на сантиметров 20-30, наверное, воды в прошлом году. Мы же стояли там вот на площадке, на этой.
Кошмар, аж прохибается все. Красиво отражается в воде, да? Деревья. Деревья отражаются. Деревья? Деревья отражаются. Класс. Попробуй. Итак, попробуй. Эмили! Эмили! Эй! Затопило как! Водище прям по колено! Я должен это заснять, представляете? Зачем я им? Вот для этого. Вот еще рюкзак сзади, и я еще вот весь бандирование, вот так вот. Видите, довольные. Вот так ты рассказываешь? Ты возмущаешься? А чего ты возмущаешься? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вон папка фотограф. О-о-о-о. Позирует, позирует. Ты посмотри. Другая сторона озера, да? Да. О, ребенок сбежал. Эмиль, тебе нормально у дядьки Высокого? Нормально. Руками, ногами. Дрик-дрик. Он супер прикольный, раков, смотри. Он дерево посреди, между сотнями. А вот эту вот машину мы видели. Да. С той стороны. Рукой ребенка может так вот. Кто-то подкрыл. Ну тут как-то да. Не прикольно. Там рыбаки, поэтому с ними громко не общаемся. Я вообще молчу. Может, тут, конечно, тут вообще да, хорошо. Глянь, ты вода не так поднялась. Нет, ощущение. Ощущение. Если там мост выше был. А вот там что-то такое. Ну, по кругу. Разве? А там кто-то сворачивает туда, по-моему. Не заправит. Ну, я говорю. Я не говорю, а дорога. Ну, конечно, не спасибо, видишь? Пятачок. Столик. Вау. Солнышко. Короче, пойду погуляю, вы же не против. Я слежу за ними. Опасно, тихо. Интересно, что же там? Ну-ка, пойдусь погуляю. Эх, жалко, дрон не запустился. Вот эта сосна мне так нравится. Так бы заснял бы ее. Эх.
Воздух хороший, хорошо на улице, сегодня тепло. Людей вот под вечер стало много. Ой, я аж запыхалась с ребенком идти. О, все приезжают, пытаются дойти, посмотреть на озеро, но в итоге там тот мостик, который сделан, он наполовину в воду уходит, потому что вода очень сильно поднялась. Ну, а так в целом очень хорошо в лесу. Это здесь стоянка Виноградова. У меня на канале есть видео. Мы как-то здесь гуляли прошлым или позапрошлым летом. Вот. Ну, в общем, здесь хорошо, тихо. Вот. А мы собираемся домой, потому что уже вечереет, уже прохладнее становится. Не знаю, что завтра, какие будут планы. Думали поехать, но на данный момент пока не знаю, поедем мы или нет. Будет видно. Да, Эмиль? Вот, так что такие вот дела. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии, ставьте лайки. Да? Скажи, ставьте нам лайки. Вот, всем пока-пока.